Монета 10 копеек. 1934 год. Ленинградский монетный двор. На реверсе монеты, чуть левее центра, видна фигура рабочего, одетая в кузнечный фартук. В левой руке рабочий держит молот. Правой рукой поддерживает пятиугольный щит, на котором прописан номинал монеты. Число 10. Под ним обозначено название денежной единицы, сокращенное от слова копеек, горизонтальная надпись «КОП». Над щитом указан год чеканки монеты, дата 1934 и буква «Г» с точкой. Вокруг фигуры рабочего со щитом тянется надпись, обозначающая название государства «Союз Советских Социалистических Республик». На аверсе в центре герб СССР образца 1923 года с шестью витками ленты на колосьях пшеницы. По числу языков четырех союзных республик, образовавших в декабре 1922 года Союз Советских Социалистических Республик. Четыре республики – это Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Украинская Советская Социалистическая Республика и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика, в состав которой входили Грузия, Армения и Азербайджан. Шесть языков – это русский, украинский, белорусский, армянский, грузинский и тюркско-татарский. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца и планеты, размеченной параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства. Над скрещенными серпом и молотом расположена пятиконечная звезда. Вокруг герба размещен лозунг «Пролетарии всех стран», запятая, «Соединяйтесь», восклицательный знак. В нижней части аверса пробел. Гурт монеты рубчатый. Монета изготовлена из мельхиора, марки МХ-8020, сплав 80% меди и 20% никеля. Вес монеты 1,8 грамма, диаметр 17,27 миллиметра, толщина 1,1 миллиметра. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе тиражом 104 058 775 штук. Средняя цена монеты 464 рубля.